супербоевой робот. Мегамен. Супербоевой робот. Мегамен. Супербоевой робот. Мегамен. Супербоевой робот. Мегамен. Супербоевой робот. Супербоевой робот. Мегамен. Сражающийся, чтобы спасти мир. Попробуй теперь меня одолеть, щенок. Вот он. И наш следующий финалист соревнований по робототехнике – леди Сильвер, принадлежащая мадам Бельведер. Жесткая конкуренция, парень. У этого пуделя-робота плавные движения. А теперь наш последний финалист – Раш, принадлежащий Мегамену. Все в порядке, парень. Для меня ты номер один. Мегамен, помогите. За мной гонятся роботы. Только они не роботы. Они люди, превращенные в роботов. Ого! У этого парня слишком богатое воображение. Это ты называешь воображением? Не могу его пристрелить. Вдруг он действительно человек? Ладно, хочешь поиграть в плохого парня? У меня тоже есть оружие. Жареная картошка? Я не это имела в виду. Но она твердая, как хоккейная шайба. Съела кастрюлю с обедом. Крутая игра. Спасибо, Мега. Эти металлические маньяки превратили бы меня в пыль. Так что там насчет превращения людей в роботов? Это правда. В парке развлечений Fun World. Там это и происходит. Ты слишком много читаешь комиксов. Это не выдумка. Они забрали и моих родителей, но я сбежал. Вы должны помочь мне спасти Мегамен. Смотрите, смотрите, смотрите. Кажется, Раш нашел что-то. Водительские права. С каких это пор роботам нужны водительские права? Мы запрограммированы водить все, что угодно. Я же говорил вам. Раньше он был человеком, а теперь он робот. Похоже, мы едем в Fun World. Да, и я думаю, Уайли будет там нас встречать. Мальчик сбежал, доктор Уайли. Мегамен пришел ему на помощь. Они спрятались в парке развлечений. Мегамен. Ну, на этот раз я не позволю этому синему твидовому костюму испортить мой гениальный план. Ничто не помешает мне превратить всю человеческую расу в робота. Внимание, все роботы! Немедленно доложите Скулеру.
Я проверил водительские права. Они принадлежат Гарольду Джонсону. Определенно, это человек. По крайней мере, раньше он был человеком. Да, это то, чего я боюсь. Если доктор Уайли изобрел процесс биокибернетической трансформации, человеческая раса в опасности. И мы тоже. На нас напали. Теперь нужно использовать мое кольцо, чтобы подрезать крылья этой птицы. Мы теряем высоту. Если он захватит вторую турбину, мы упадем. Это ты упадешь, Ринмен. Было круто, Ринмен. Позвони мне, когда будешь в городе. Благодаря нашему запасному двигателю полет будет спокойным. Что будем делать, Мега? Судя по тому, как все устроено у Уайли, нужно кататься на аттракционах один за другим. Нам нужно проверить их все, чтобы узнать, где он делает своих роботов. Да, верно. Хорошая идея, Мегамин. Но тебе лучше быть осторожным. Здесь нельзя доверять роботам. Кроме тебя, конечно. Получите бесплатное сувенирное кольцо. Все его носят. О, вау, какое милое кольцо. А как насчет тебя? Нет, спасибо. Это не мой стиль. Нам нужна карта парка, пожалуйста. И вот ваше сувенирное кольцо в дополнение к карте. Вот это милота. Меня сейчас стошнит. Похоже, она ошиблась, док, и дала тебе детское кольцо. Они направляются к вам. Какие они милые, правда? Кенгуру. Что там с Рашем? У тебя должно быть не все дома. Смелый парень. Ты угадал, мега-придурок. И здесь как мен, чтобы забрать свою долю. О, вау! Вот именно. Думай быстрее, Мегамин. Скучал по мне. Ладно, кто бы ни был в костюме утки, покажи свою уродливую рожу. Я крутой парень, и тебе будет нелегко меня победить. Посмотрим, что ты за умник. Я же говорил. Ого! Ладно, хочешь поиграть по-взрослому? Я не против. Ничего не почувствовал. Третий раз. Ты выбыл. Тебя что, никто не учил не мусорить? Пора взлетать в мегапод. И не забудь пристегнуть ремень безопасности. В твоем билете это есть. Похоже, это будет короткая поездка. Оставайтесь на связи. Мы вернемся сразу после этих сообщений. Мегамин.
Будь начеку. Идем. Мы сделали это. Мы уничтожили Мегамена. Да. Мы размазали его по тротуару. Эй, Гатс, твоя очередь прокатиться. Ничего себе! Это было экстремально, Мегамен. Просто небольшое отвлечение. Теперь возвращаемся к плану. Обыщем все аттракционы, пока не найдем, где Уайли делает своих ботов, а потом уничтожим его бизнес. Мы уже проверили 6 горок Мега и ничего не нашли. Ни намека на то, где Уайли делает свои игрушки. Ну, это не все плохие новости. По крайней мере, нам удалось скрыть от Уайли наше присутствие. Следующая горка — Ледяная гора. После нее — Остров страха. Это последняя горка. Продолжайте сканировать мониторы. Это он. Где-то в моем парке. Не волнуйся, Уайли. Я все контролирую. Бинго! Он на монорельсе. Он почти у Ледяной горы. Если он доберется до острова Фрай, у тебя будут большие проблемы. Но он туда не доберется, потому что я контролирую все аттракционы в парке развлечений. И веселье здесь заканчивается. Надеюсь, вы сможете вернуть моих маму и папу в нормальное состояние, доктор Лайт. Если кто-то и может это сделать, то это доктор Лайт. Омега, у нас гости. Похоже, Уайли снова хочет поиграть в игры. Это как в видеоигре, только по-настоящему. Еще 2 очка для Мегамена. Если у тебя остался только один космический крейсер, Уайли, лучше не промахивайся в этот раз. Было приятно тебя обыграть, Уайли. Он меня обошел. А чего ты ожидал, Уайли? У него самый быстрый бластер на Западе. Ну, после меня, конечно. Значит, он думает, что он быстрый, да? Ну, я покажу ему, что такое скорость. Мы едем быстрее. Намного быстрее. Должно быть, Уайли управляет скоростью монорельса дистанционно. Она сейчас сойдет с рельсов. Похоже, мы выходим здесь. Мы должно быть уже близко, иначе Уайли не был бы так напуган. Давай заглянем в тот туннель. Спокойно, парень. Это просто фальшивый монстр. Но эти парни не фальшивые. Роул, присмотри за Доком и Бобби. Я разберусь с этими двумя. Дай-ка я задам жару этому сопляку. Я настоящий крутой парень. Ты не сможешь меня одолеть, Мегамен. Я крепкий, я сильный, я крутой. Съешь плазму, болтун. Чем сильнее они, тем быстрее падают.
Ну что же, последний выстрел за мной, братан. Попробуй еще раз, братан. Молодец, Мегамин. Это всего лишь еще один фальшивый монстр. Помогите, отпусти меня. Не волнуйся, я выключу его свет. Это Гасман. Посмотри на него. Где Бобби? Где Бобби? Гасман его схватил. Он нас опередил. Режим снежного человека. Ух ты, какой жуткий остров. Говорят, это последний уровень. Остров страха. Здесь они превращают людей в ботов. И у них есть тело. Ух ты, они его превратят в робота. Я должен попасть на остров незамеченным. Мне понадобится мое снаряжение. Ладно, я готов к бою. Мегамин, я знал, что ты появишься. Надеюсь, тебе нравятся сюрпризы, потому что я приготовил для тебя кое-что особенное. Ого! Ты точно не зря потратил деньги на эту поездку. Оставайтесь с нами после этих сообщений, чтобы узнать больше о Мегамине. А теперь вернемся к Мегамину. Вау! Эта поездка кажется слишком реальной. Они напали на него. Мегамину нужна наша помощь. Помогите Мегамину! Ну-ну, похоже, вся семейка в сборе. Жаль, что они не выживут, чтобы рассказать эту историю. Мы станем закусками для роботов. Закусками? Подождите, ребята, я иду. Осторожно. Да, и морской монстр, и никакого Мегамена. Наконец-то я избавился от этой надоедливой синей пасты. Бегите все сюда. Что это? Что-то активировало кольцо парка, и оно становится ярче, когда я направляю его в ту сторону. Давайте посмотрим, куда оно нас приведет. Надеюсь, мы не опоздали, чтобы спасти Бобби. Круто. Обожаю всякие страшилки. Не ходи туда. Они превратят тебя в робота. Это оно. Пришло время надеть твое кольцо «Мир развлечений». Нет. Ты не превратишь меня в робота. Ты уже им стал. Вы все подчиняйтесь доктору Уайли. Я робот, подчиняющийся доктору Уайли. Добро пожаловать в клуб, малыш. Мы опоздали, Мега. Просто держись, сестренка. У нас будет шанс переломить ход этой игры. Пожалуйста, выйдите из своих машин и войдите в камеру трансформации. Теперь все понятно.
Когда вы надеваете одно из этих колец, Райли использует его, чтобы изменить паттерны мозговых волн людей, заставляя их думать, что они роботы. Очень умно. Поскольку он не может превратить людей в ботов, он делает следующее лучшее, что может. Я улавливаю ультразвуковые импульсы. Кто-то не надел свое кольцо. Значит, синий придурок сбежал. Внимание, все роботы. Среди вас человек. Найдите его и уничтожьте. Каким-то образом Уайли нас обнаружил. Это передатчик мозговых волн Мега. Выключите его, и кольца деактивируются. Это разрушит гипнотический транс. Это Мегамен. Уничтожьте его. Это Бобби и его родители. Я должен его задержать. Бобби, что происходит? Почему мы одеты как роботы? Мы потом объясним. Просто не попадайтесь никому на глаза. Думаю, мне пора действовать. Я собираюсь проучить себя, Мегамен. Вырубай его, вырубай. Ты смелый, раз пришел сюда, мега-придурок. Но я еще смелее. Мой последний гарпун. Лучше бы он сработал. Кто чуть не победил меня, мега-придурок, но чуть не считается, кроме как в подковывании лошадей. Твои дни сочтены, мега-придурок. Не будь так уверен, смельчак. Что? 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 Эй, где мы? Это странно. Снимайте кольца все. Нет, нет, нет. Снова все испортил. Похоже, мы только что разрушили еще один коварный план Уайли. И мы должны поблагодарить за это тебя, Мегамен. Эй, Бобби тоже молодец. Он рисковал жизнью, чтобы спасти тебя. Я просто обожаю счастливые концовки. Я тоже. Мега-мега, сейчас вернусь.